Добрый день, меня зовут Артем, и я нахожусь на самой живописной террасе города Минска, ресторан «Эмбер». И сегодня я хочу разобраться, с каким же напитком все-таки следует сочетать устрицы. Многие считают, что устрицы следует сочетать либо с шампанским, либо с белым вином, но, пожалуй, это самое популярное и самое известное сочетание. А что вы скажете, если я предложу вам сочетать устрицы с виски? Кажется, что-то несовместимое, но поверьте мне, это правда, непередаваемые эмоции. Конечно, можно жевать устрицу и дальше сделать глоток виски, но не поверите, я сейчас добавлю пару капель виски прямо в устрицу. Попробуем, что получится. Я беру устрицу от Джон Дори и на ваших глазах добавлю несколько капель виски. Давайте попробуем, насколько же непередаваемым окажется вкус. Только обязательно жуйте устрицу, ни в коем случае не проглатывайте, и лишь благодаря этому у вас получится ощутить полноту вкуса и невероятное послевкусие. Ну а что ж, пробуем. Я безумно люблю устрицы, но, пожалуй, это сочетание, я даже не представлял, что оно может быть настолько, с одной стороны, необычным, а с другой стороны, настолько вкусным. Поэтому мой вам рекомендацион. Обязательно попробуйте добавить несколько капель виски в саму устрицу. И как следует пережуйте. Тогда вы точно прочувствуете до малейших деталей вот этот просто потрясающий вкус. Не бойтесь новых сочетаний, приходите в ресторан «Эмбер», пробуйте и наслаждайтесь.